Ребятушки, всем привет, с вами Андрей. Вот приехал на стройку, частный дом, места мало, передо мной машина приехала, привезла арматуру, вот кран уже человек разложил. Проблема в том, что прямо над краном дерево растет, посмотрите, и тяжело будет разгружать, места мало, плюс дерево, вот. Будем пробовать. Ну что, ребята, уже дерево трещит, потому что ему надо выше поднять кран, а дерево не дает. Так, ну а мне как разгружать? Я, наверное, не доезжая дерева, буду машину где-то вот на углу дома аккуратно кран разложу и попробую так. Ну так, с утра уже начинаются мучения у водителя. Ну, вроде немножко опустел. Сейчас вот хочет аккуратненько их вывести. И потом уже можно здесь положить. О, да будет свет, наконец-то. Вспомнил, что свет можно включить. Ну вот видите, здесь половину вторую разобрали и, возможно, будут достраивать сейчас. А может быть, подвал хотят сделать, потому что сегодня еще придет экскаватор, будет копать яму. Ну вот, получилось отлично. Преимущество такого крана, что у него стойка короткая, и за счет этой стойки он, конечно, может спокойно подать на метров так 10 в сторону. Посмотрите, у меня стойка высокая, так что мне придется не доезжать дерева. Ну так, ребята, я встал, сейчас буду поднимать дерево, наверное, все-таки пронесу я над крышей, потому что, видите, между углом дома и деревом не так много расстояния. Дерево 3 метра длина, так что придется проносить дерево на высоте. Все, разгрузился я быстренько, так за полчаса, пока туда-сюда через дом приходилось поднимать весь груз, но получилось. Теперь я выезжаю и еду на следующую стройку. Ну а вы смотрите новое видео, подписывайтесь, с вами был Андрей, всем пока.